А в этом году было приятно увидеть то, что представительство участников было очень расширено. Были представители авиационной власти, были люди, которые постоянно участвуют, появились какие-то новые. В общем, зал был полон, это было приятно увидеть. Что, несомненно, говорит, что интерес есть. Особенно мне понравилась панельная дискуссия, когда, значит, обсуждали проблемы законодательства, когда из Минтранса человек начал рассказывать о своих проблемах. В свою очередь, получилось неплохо обсуждение с представителями аэропортов и авиакомпаний. Наверное, вот таких бы дискуссий побольше, и вообще бы интересно, наверное, возрос бы невероятно в этой конференции. Вообще, я вижу, развитие идет, и могу только пожелать, чтобы это только увеличилось, потому что рынок граундхендлинга сейчас не сильно развит в России. Можно сказать, что он находится еще в состоянии рождения, потому что игроков независимых немного. Они пытаются расширить, увеличить, закрепиться. Ну и, в принципе, наверное, такие конференции помогают это сделать. Мне интересно понравилось выступление представителя ИАТА, как изменилась программа ISAGA, какие там новшества ввели, как изменения теперь его в организации, его проведения. Это была информация интересная. Сейчас в данный момент идет выступление там по качеству, тоже для нас интересная тема. Не могу сказать, что все сразу, что сразу что-то изменится. Несомненно, есть интересная информация по планированию людей, по передачи информации, по оптимизации работы есть несколько идей, я здесь услышал, несомненно, буду их прорабатывать и попробовать внедрить там. Ну, например, мне запомнилась там передача лодшеда в электронном виде через АКАРС прямо на борт. Интересная идея, много сэкономит времени и сил. Могу пожелать только то, чтобы она быстро развивалась и нам всем давала от работы интересной больше.